Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Большой разговор в Могилеве прошло областное собрание участников грядущего политического форума. Все предусматривает рост благосостояния населения. Что еще здесь обсуждали? Стань заметней, госавтоинспекция призывает к безопасности на дорогах. Чтобы меньше было аварий, меньше было несчастных случаев. Кто заботится о своих сотрудниках? Зима, холода. Специалисты Госэнергогазнадзора не дремлют, проверяют тепло в социальных объектах. Мы обследовали оборудование в котельной. На что обращают внимание? А также продолжение вакцинации, прожиточный минимум и скорбная дата. Во всем мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. От образования до модернизации производств в стране продолжается подготовка к 6-му Всебелорусскому народному собранию. Сегодня в Могилеве прошла областная встреча участников грядущего политического форума с представителями правительства и администрации президента. Здесь обсуждалась программа социально-экономического развития страны до 2025 года. Было отмечено, что направление проекта позволит всей стране в целом и каждому региону в частности двигаться вперед достаточно активно. Министр экономики подчеркнул, важно узнать, на какие точки роста делает ставки Могилевская область. Это позволит глубоко выявить проблематику региона и выйти на Всебелорусское народное собрание подготовленными. Каждый из министров выступили со своими программами, которые будут вынесены от профильных министерств на Всебелорусское народное собрание. Мы ознакомились с этими программами. В общем-то, все предусматривает рост благосостояния населения и улучшение социально-экономической обстановки в стране в целом. Также участники выдвинули и ряд собственных предложений, которые были собраны в том числе и во время диалоговых площадок. Дорога – место повышенной опасности. В темное время суток количество ДТП увеличивается. Бесправники, пьяные за рулем, нетрезвые пешеходы без фликеров. Как сотрудники ГАИ предупреждают происшествия? Максим Кембель про безопасные подарки и не только. «21 января. 156-й километр трассы Минск-Гомель. 18:45. За окном кромешная тьма. Грузовик движется по дороге, впереди человек. Пешеход идет по проезжей части и катит велосипед. Дальнобойщик сбивает человека. От полученных травм мужчина погибает на месте. Одна из причин трагедии – отсутствие световозвращающих элементов». Госавтоинспекция не перестает повторять. Гулять в темное время суток необходимо с фликером. Это самый простой способ спасти себя от опасности. Только за 2020 на дорогах Бобруйского района было совершено 5 наездов на пешеходов. 23 получили ранения, 8 человек погибли. Вооружить всех световозвращающими элементами может самостоятельно и каждый руководитель. По такому пути решил пойти Виктор Петрушенко. Директор компании «Зеленый Бор» всем своим сотрудникам выдал безопасные аксессуары. Рядом человек в форме, выступление перед рабочими хоть и короткое, но эффектное. Инспектор ГАИ в качестве аргумента привел неутешительную статистику. Совместное мероприятие с госавтоинспекцией проводим для безопасности движения, чтобы народ двигался с светоотражающими элементами, чтобы было безопасно на работе, на дорогах, чтобы меньше было аварий, меньше было несчастных случаев, чтобы люди жили счастливо и достойно двигались по дорогах, чтобы не мешать другим участникам движения. В целях безопасности дорожного движения обозначили их, то есть может быть тот же самый работник не захочет его приобретать, но руководитель по этому поводу то есть отнесся так положительно, и в связи с этим приобрел соответствующие элементы, в связи с чем мы им вручили на сегодняшний день. С безопасной акции сразу на дорогу Бобруйск-Мозырь. В поле зрения инспекторов лесовозы правильность перевозки сырья. Спикера прервал проезжающий большегруз. Данное мероприятие проходит у нас 27 по 5 февраля текущего года.
движения. Связан лес? Плохо. С этим будете привлечены к административной ответственности. Отметка в талоне и штраф. Итог остановки инспекторами машины. Напомним, комплекс профилактических мер по контролю за соблюдением перевозки леса продлится в области до 5 февраля. Максим Кемель, Максим Галионко, Бобруйск, 360. В Беларуси выздоровели выписаны 227 068 пациентов с COVID-19. Зафиксированы 241 133 человека с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 4 399 367 исследований. Такие данные приводит Минздрав. Китай подтвердил готовность поставить в Беларусь вакцину от коронавируса в нужном объеме. Об этом стало известно по итогам телефонного разговора президента Беларуси с председателем КНР. Также стороны обменялись информацией о принимаемых мерах по противодействию распространению инфекции. Как отметил китайский лидер, причин успокаиваться пока нет. Тем временем в стране продолжается вакцинация медработников российским «Спутником Ви». Welcome to Russia, контроль цен на медикаменты и бонус за детей. Семейный капитал в Беларуси пошел на увеличение. О каких цифрах идет речь? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белорусы с 1 февраля смогут въезжать на территорию России. Среди обязательных условий – использование определенных воздушных пунктов пропуска и наличие отрицательных тестов на коронавирус, отображаемых в специальном мобильном приложении. Всего для путешественников предусмотрено 20 аэропортов, в их числе московские Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский, а также воздушные гавани Санкт-Петербурга, Калининграда, Сочи, Владивостока, Новосибирска, Казани и некоторых других городов. Семейный капитал в Беларуси пошел на увеличение. Традиционно в начале года его индексируют. Он возрос на 5,5%. Сейчас сумму в почти 24 тысячи белорусских рублей назначают семьям при рождении, усыновлении или удочерении третьего или последующих детей. Ранее сообщалось, что программа семейного капитала продлена до 2024-го. А со следующего месяца на 10,5% вырастут и пособия по уходу за детьми до 3 лет. Перерасчет связан с увеличением средней месячной зарплаты. В стране взяты под контроль цены на лекарства. К мониторингу подключаются и сенаторы. Сейчас в Беларуси обсуждают механизм, который сгладит влияние роста НДС на цену медпрепаратов. С января вместо нулевой применяется 10% ставка. А задача для всех органов госуправления – не допустить роста цен на социально значимые товары более чем на 4,9%. А за этим следит и Федерация профсоюзов. Новые размеры бюджета прожиточного минимума установлены с 1 февраля по 30 апреля. Суммы вырастут, но незначительно. Средний показатель на душу населения составит 262 рубля 87 копеек. С 1 ноября 2020 по 31 января эта величина была чуть больше 258 рублей. Для трудоспособного населения БПМ вырастет до 290 рублей. Для пенсионеров – 199 рублей 17 копеек. Для студентов – почти 253 рубля. Во всем мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Ровно 76 лет назад советская армия освободила концлагерь Освенцим. Там погибло, по разным оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек. Со всем миром скорбят и белорусы. На нашей территории замучено более 800 тысяч евреев. Историки говорят о 400 фабриках смерти. Тепло под контролем. Специалисты Госэнергогазнадзора на протяжении всего отопительного сезона посещают организации и предприятия для проверки исправности оборудования. Особое внимание к социально значимым объектам. В новом году зима радует бобруйчан большим количеством снега. Термометры только за январь несколько раз опускались ниже 20 градусов мороза. В такие холода огромное внимание к котельному оборудованию и системам теплоснабжения. Сейчас мы находимся в котельной в деревне Вишневке, котельная УКП ЖКХ Бобруйского района. Эта котельная обеспечивает теплоснабжением социальный приют для одиноких и пожилых людей. Котельная оборудована двумя твердотопливными котлами. Главное сырье для местной котельной – дрова. Специалисты интересуются их количеством. Запас должен быть большим, чтобы люди себя чувствовали комфортно. И для рабочих это плюс – спокойно можно выполнять свои обязанности. Такой режим обеспечен правильной подготовкой в осенний период. В данный момент мы обследовали оборудование котельной на предмет обеспечения температуры подачи теплоносителя согласно температурного графика. Все полностью соответствует и хорошо срабатывает. Такие обследования проводятся постоянно. Начинаются не с момента подготовки к отопительному сезону. Специалисты должны убедиться, что социально значимые объекты на 100% готовы к любым сюрпризам непогоды. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. В
В период пандемии в мире увеличилось число случаев насилия в отношении женщин. По данным ООН, в ряде стран количество обращений на специальную горячую линию выросло в 5 раз. Домашнее насилие остается одним из самых распространенных и трудноискоренимых нарушений прав человека. Под этим понятием понимается не только избиение и сексуальное домогательство, но и психологический прессинг. Первый звоночек, отмечают специалисты, это когда не хочется идти домой. Очень важно, чтобы жертва понимала о том, что есть она в этом насилии, тогда можно как-то строить работу. Вот как раз-таки, когда физическое насилие, то... там где-то кто-то видит, да, синяки, кто-то как-то наталкивает на то, чтобы она обратилась за помощью. А когда человек находится в эмоциональном насилии, они всегда не могут видеть даже о том, что действительно находится, что у них есть такой вид насилия. Да. Конкретно у нас есть кризисная комната, где женщина, если попала в беду, да, то есть она может помещаться туда с целью того, чтобы уйти от агрессора и почувствовать себя в безопасности. Как туда попасть? Можно позвонить в милицию, да, то есть обратиться в обычный номер и сказать о том, что я там подверглась насилию, хочу поместиться в кризисную комнату. После чего сотрудник милиции связывается конкретно с заведующей нашего отделения и помещает жертву в кризисную комнату. В первую очередь, если человек понимает о том, что, диагностировал в себе, что он есть жертва, да, что что-то происходит в его жизни, и ему хочется что-то менять, стоит обратиться к специалистам, да, то есть, допустим, конкретно наш Первомайский район, да, то есть это будет номер телефона 72-73-77, да, и просто пригласить к телефону психолога. То есть, а дальше мы начнем с ним работу по индивидуальному плану. Как показывает практика, проблема домашнего насилия в Бобруйске тоже актуальна. За 2020 только в Первомайский район за помощью к специалистам обратилась 101 жертва агрессора. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!